Готов проверить? Готов как никогда. Система работает. Я подключен. Флэш, ты готов? Уже бегу. Отлично, поднажмем. Платформа засечет их и перенесет обратно. Отлично, я поймал правильную частоту. Как у нас дела? Сдерживающее поле включено, но идет перегрузка. Киборг, вырубай. У меня все под контролем. Просто прекрасно. Не знаю, хлопать себя по спине или пнуть себя по... Клан Джокера не организован, они безумцы. Они создают суматоху, и это полезно. Простыми пешками нам не обойтись против Супермена. Это все, что мне нужно было услышать. Ты говорил, что это место надежно. Просто займи его. С удовольствием. Молодчина, Слейд. Видели бы это другие титаны. Как тебе, киборг? Точно такой же, как у тебя, только лучше. Дело в человеке, а не в машине, Лютер. А, это уже было, это уже не консоль. Вон, ребята, во второй поле. Да. А, нет, первый. Ну, все равно было. Нет, ну почему? Нет, я понимаю, я говорю, все равно было. Oh!
Это я так провел такой прием. Я поняла. Как? Неприятности с костюмом? Расслабься, киборг. Бэтмен? Добро пожаловать в страну Оз, железный дровосек. Хорошо. Что я пропустил? Это долгая история. Он сильно рисковал, вернувшись сюда. Зачем? Я должен найти их. Немедленно. Ладно, врубим твою машину, а лазер починим в нашем измерении. И вернемся с подкреплением. Я уверена, что смогу. На это нет времени. Катастрофа, случившаяся 5 лет назад, унесла жизни миллионов. Чувство вины за ту часть, которую он сыграл в этом разрушении, свело его с ума. Он стал нести хаос. Он стал врагом мира и безопасности. Но этому пришел конец. Лидер мятежников заплатит за свои преступления. Это плохо. В 6 часов по местному времени Бэтмен будет казнен на острове Страйкера. Да смилуется Рао над его душой. Подкрепление подождет. Теперь спасти Бэтмена наша главная задача. Это ловушка, само собой. Нам просто нужно быть очень осторожными. В каком смысле? Телепортатор башни. На острове Страйкера стоят глушители телепортации. Они только в здании. Значит, нам нужно вывести Бэтмена наружу. Прямо через стену. Я за. Нам нужна диверсия, чтобы оставлять Супермена занятым. Предоставьте это мне. Я возьму за телепортатор. Я лучше всех умею им управлять. И я смогу проникнуть в их ряды. Я пойду с тобой. Ты хочешь, чтобы я работал с тобой? Ни за что. Единственный способ попасть на башню Земли через зал правосудия. И если тебя засекут, тебе будет необходимо прикрытие. Я не спрашиваю разрешения. Но ты будешь слушать меня. Система связи должна быть там. Перенастрою ее, как мы договаривались, и я добуду доступ к телепортатору. После того, как закончишь, убедись, что это не первое мое дело, пацан. Я знаю план, так придерживайся ему. Нам с тобой лично не из-за чего конфликтовать. Я скачал твое досье. Ты пытался уничтожить титанов этого мира. Всего лишь пару раз. Тогда не жди, что я буду с тобой добр и ласков. Через 15 минут у телепортатора, будь там. Не сейчас. Привет, Виктор. Привет. Ты что, заболел? Нет, я в порядке. Не передумал насчет сегодняшнего? Прости, придется отменить. Новые задания. И когда же тебя это останавливало? Да, у нас были... славные деньки. Нет, у нас их не было. Ты один из них. Давай проверим, смогу ли я найти у тебя кнопку выключения. Я вам.
это точно. Он как это. About to get real up in here. I'll claw your eyes out. Ну потому что беда, нам это что сделать? Gonna cut that pretty face. Time for your ass whooping. Опять нам повезло. Нет, нам повезло. Еще один удар. Нам восстановили. Смотри-ка, я до сих пор включен. Киборг вызывает Вандервумен. Я нашел своего двойника. Поняла. Жди подкрепления. Конец связи. Не обращай на меня внимания, я просто взламываю твою нервную систему. Ничего страшного, в долгу не останусь. По-настоящему, как мужчины, я не против. Вот это я могу ловать. Вот у него. Ну его. Так, сейчас. Перестанем в этот бой. Fine by me. Это поздно. Против двойника. Поздно. Как это? А кто сказал, что это будет легко? Я поняла, что нет.
Ну, будет, чтобы было, да? Первый раз мы третий раз переигрываем. Угу. Это вот впервые. Fine by me. Ну, видно, что он этот. Я поняла. Я же не успел брать. Хотя давайте заглянем в список приема. Знаешь, какой прием точно сейчас можно бомбать? Первый раунд был начал. Очень приятно. Ну да, пока. Playing for the wrong team. Thanks for the tip, coach. Так. Так. Нам повезло. И у нас здорово. Он бьет. А я, по-моему, один пленил. Эффектное завершение. Лежать в отключке явно мне не к лицу. Ты меня обставил. Сорвал очередной контракт? Здесь было личное. Я думал, с тобой такого не бывает. Он сделал это личным, когда пытал меня.